Соль – это минерал, родственный и жизненно необходимый человеческому организму. Благодаря своим свойствам соль вытягивает из воспаленных тканей и ран жидкость, а с ней – бактерии, вирусы и токсины. Растворяясь в воде, микро- и макроэлементы соли обезболивают и обеззараживают поврежденные ткани, стимулируют рост клеток, заживляют раны. Поэтому солевые ванны – признанное во всем мире лечебное и профилактическое средство для восстановления иммунной и нервной систем. Кроме того, соль – великолепный проводник биологически активных веществ, которые, проникая через кожу, омолаживают и исцеляют организм. Самое главное, конечно, это контроль качества. Контроль качества всего производства, всех процессов технологических. И, конечно, самое главное – это разработки и развитие. Жизнь каждого продукта из категории «косметические соли» начинается с разработки. Это внешний вид продукта, качество, какие-то косметические качества. А затем уже происходит анализ. Анализ этого данного продукта, состав, внешний вид, аромат. Затем создаются образцы, которые непосредственно ставятся на испытания. Испытания у нас различные. Во-первых, различными приборами и методами мы физико-химические свойства, органолептические свойства изучаем. А затем в дальнейшем уже ставим на испытания. Первое главное у нас испытание – это методика ускоренного старения. То есть мы ставим в термостат при определенных условиях на определенное время, что соответствует, например, определенным годам срока хранения. Это 2 месяца хранения в термостате, соответственно, 3 годам хранения. Таким образом, можно выяснить, какой срок годности будет у того или иного продукта. Что же происходит с продуктом после истечения этого срока, на предприятии тоже знают. Однако в обычной жизни на практике это проверять незачем. Просто надо обращать внимание на дату на упаковке и использовать продукт вовремя. Только так можно получить от соли все самое полезное.